Здравствуйте, я Ека Руса. Весь прошлый год один известный онлайн-журнал рассказывал о простых действиях, которые меняют нашу жизнь к лучшему. За год таких хороших привычек набралось 50, но популярными оказались всего 3. Первое – пользоваться сумочкой на колесах для покупок. Мы привыкли, что с такой тележкой за покупками ходят только пожилые люди, но это ошибочный стереотип. Во-первых, это удобно. Катить тележку гораздо легче, чем нести пакет. Во-вторых, тележка освобождает руки. Ну а в-третьих, тележка снимает нагрузку на позвоночник. Поэтому, выбирая тележку, мы еще и заботимся о своем здоровье. Второе. Дезинфицировать экран смартфона. Да-да, потому что наш лучший друг гораздо грязнее дверной ручки в общественный туалет. Смартфон стоит полностью дезинфицировать хотя бы раз в день. Это не только гигиенично, как пишет журнал, но и помогает сохранить экран и оптику камеры от жирных пятен. Я очень на это надеюсь. Кстати, стоит стерилизатор пока совсем недорого. Ну и, наконец, варить кофе дома. Пить кофе по дороге на работу приятно, но если делать это каждый будний день, то за месяц уходит вполне приличная сумма. С одной стороны, затраты не самые большие для человека со средним доходом, но если ежемесячно откладывать эти же деньги на счет, то так можно и на билет до Нью-Йорка скопить, и там уже выпить кофе. Будьте счастливы, Ека Руса.